Наур, я тебя поздравляю с победой на Ярыгинском турнире. Это самое большое достижение в твоей карьере, да? Спасибо, да. Какие были ощущения после победы? Сейчас, наверное, уже полностью остыл. Все, я уже полностью тренировки начал. Уже даже не отдохнул. Уже вот сегодня тренировки делал. Утро. Олег. Короче, приехал с турнира и сразу в зал. Да, да, расслабляться времени нет, и надо пахать уже. Но были довольно сложные схватки у тебя. Какую из них выделишь больше всего? Финальную. Финальную и за выход в финал. За выход в финал, да. Была, по-моему, с да. Ну, вторую схватку тоже 8-1 проигрывал. До 40 секунд я вытащил схватку. 9-8. Ну, все схватки были сложные. Ну. А с Никитой Сучковым раньше боролся? Боролся, я реванш взял у него. Я у него в Кисловодске вот на этом турнире проиграл я ему. Когда первый раз боролся на 7-4, я проиграл ему 9-5, а здесь взял реванш. Но я говорил первый день, после как вышел в финал, что я хочу взять у него реванш. Получилось. Махандрина. Все-таки он красноярский парень, не опасался, что домашние стены будут помогать, как говорится? Не-е-е, я на эти вещи вообще не смотрю. Второй этап твой получается, 74 килограмма. Да. Как себя в этом весе чувствуешь? Очень хорошо чувствую. Я буду 74 бороться. Больше 70 не спущусь, буду 74 уже бороться. Очень хорошо чувствую себя 74. У меня недовес вес вообще. У меня 1,5 килограмма было недовес на взвешивание. Я знаю, что тебя тренирует отец, Зелимхан Таваев, если не ошибаюсь. Да. Как отец отреагировал? Наверное, еще туда позвонил? Или он с тобой был? Не, он со мной был там. Какая была реакция отца? Ну, он ничего не говорит. Обрадовался и все. Дальнейший старт какой? Что будет? Первый как старт? Тренера скажут. Точно не знаю, как тренера скажут, такой и старт же будет.